ты убеги. Чего ты крадешься-то? Привет, привет, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня такой классный день, привезли сразу две посылки. Одна посылка пришла от компании Oriflame, это мой второй заказ по четвертому каталогу на 100 баллов или на 103 балла. Хороший заказ, большой, самое главное, что здесь в основном все для клиентов. А вторую вот эту огромную коробку мне прислали с интернет-магазина Grand Stock. Я очень люблю, вообще мы любим пользоваться интернет-магазинами, очень часто что-то заказываем, но так как сегодня совпало, что посылочки пришли вместе, я вам покажу, что мы заказали для дома. Для дома пришлось заказывать очень много, и это удобнее, чем покупать в магазинах. Ну, во-первых, пандемия, и ходить что-то выбирать не очень комфортно. Во-вторых, мне нравится заказывать через сайт, то что бывает, какие-то отзывы можно почитать, можно подумать, посмотреть там рекомендации по разным, как сказать, параметрам, чтобы изучить, что конкретно брать. Итак, давайте заказ я вам покажу чуть-чуть попозже. Так, его уберу вот сюда на стул, а эту коробку откроем. Здесь всего два продукта в этот раз мы заказали, но они очень нужные. Как хорошо все запаковано. Что мне понравилось? Доставка прямо на дом, до двери. Открываю аккуратно, потому что у меня там очень ценный товар. Итак, коробка вскрыта. Та-дам! И здесь то, что надо. Это одеяло. Конечно же, у нас есть одеяло, и мы его также заказывали с интернет-магазина, но оно зимнее, оно толстое, а уже капель звенит, и вот-вот начнется жара, и спать под толстым одеялом нереально, а другого у нас нет, так как постель у нас стала большая, и соответственно пришлось поменять все постельное белье. Мы заказывали большего размера, большое одеяло, и вот сейчас я выбрала большое летнее одеяло с овечьей шерстью, и оно тоненькое, легкое, воздушное. До этого мы брали с верблюжьей шерстью, оно прям такое набивное. Нужно всегда смотреть по плотности, сколько на там на сантиметр или на метр, сколько там этой шерсти, потому что зимнее одеяло, оно просто великолепное. Самое главное, оно такое легкое, такое невесомое, и это тоже как пушинка. Смотрите, огромное одеяло, 2 на 2,20, а вот я его просто вот в воздух кидаю, как легкое перышко. Теперь у нас будет чем укрываться жаркими летними ночами. Вот поставим кондиционеры, чтобы нам не замерзнуть и не продуло, будет вот так классно. И везде нарисованы барашки, очень хорошо, очень довольна, супер, наконец-то прям одеяло, нужный продукт. Следующее — это моя мечта. Я перебрала уже огромное количество подушек, кстати, также заказывала тоже что-то с интернета, что-то у мамы, там перо, пух натуральный, и вот мне все некомфортно. Я как бы общалась с доктором, он мне говорит: тебе нужна подушка такая вот с эффектом памяти, да, что-то более такое удобное и комфортное. И я решила, что пора себя побаловать, и заказала подушку с эффектом памяти. Ух ты, она тяжеленькая, все в сумочках, очень удобно, что потом, например, одеялом мы не будем пользоваться, мы его убираем в специальный мешочек уже с креплениями, все прозрачное, сразу видно, где что лежит. Кстати, еще почему я заказываю с интернет-магазина. Я ходила по магазинам, просто, кстати, в рынок заходила, и там продукция такого же порядка дороже почти в два раза, поэтому очень выгодно получается с интернета заказывать. Слушайте, она такая классная, большая. Ой, какая она мягкая. Слушайте, прям вот проваливаюсь, ручки туда уходят. Класс. И еще она на молнии, то есть чехол можно будет снять, постирать. Вот так вот мы расстегиваем. Ой, какой здесь интересный наполнитель.
Ну вот запаха нет неприятного, легкий какой-то есть запах, но я думаю, что он быстро выветрится, то есть его практически я не чувствую. Такая вот классная подушечка с эффектом памяти, ура, наконец-то она у меня появилась. Если вам будет интересно, задайте вопрос в комментариях, я напишу, как оно, понравилось, не понравилось, потому что на ней все-таки нужно поспать, и может быть даже не одну ночку, потому что, ну, я, например, к нашему матрасу привыкала целый месяц, я даже, у меня было время, что я говорила, слушай, давай его вернем, я не могу, я не смогу на нем спать, а потом привыкла, и сейчас он для меня самый-самый классный. А вот с подушками у меня, конечно, история такая, что вот выбираю, пока еще свою любимую не нашла. Вот такой вот классный заказ. Кстати, я использовала промокод, он дает скидку 10%, я его укажу, вот где-то здесь ищите промокод, и в описании под этим видео, если вы захотите, зайдите на сайт по ссылке, которая будет также в описании, и воспользуйтесь промокодом, чтобы сэкономить свои денежки. Я всегда делюсь с вами самым интересненьким. Ну а теперь давайте посмотрим, что же мне прислала компания Oriflame, что я заказала в этот раз. Я спать пошла, Миш, ты как хочешь. У меня теперь новая подушка, новое классное одеяло. Кстати, а на губах у меня сейчас тинт, который выйдет в каталоге номер 5, оттенок ягодный. Девочки, вот заранее вам говорю, видео уже отсняли, скоро оно выйдет, но я хочу сказать, тинты — это бомба, просто обязательно посмотрите мой ролик с отзывом и с рекомендацией. Ну а теперь посмотрим, что у меня в заказе. Ну, во-первых, я получила свой последний набор по акции, забыла, как акция уже называется, потому что я уже участвую в новой, то есть когда нужно было приглашать новичков, чтобы они делали 50 баллов, и мы получали гарантированные наборы бьюти-боксы. И в этот раз я в бьюти-боксе получила пилинг NovAge, который, кстати, я не заказала себе в прошлом каталоге, и две маски тканевые. Представляете, какие классные подарки всегда дарит Oriflame. Участвуйте, вот я вам всегда говорю, участвуйте, участвуйте, это выгодно, это круто. И посмотрите, как здорово. Просто нет слов, нет слов, одни благодарности. Итак, что у меня в заказе? Так, заказала вот себе немножко два крема для рук с арникой и с персиком. С персиком я не заказывала, нет, это в наборе. С арникой заказала крем, а персик, смотрите, у нас что здесь идет. Наборчик Love Potion Blossom Kiss, это парфюмерный спрей для тела. Он стоит в каталоге 449 рублей. А если перевернуть страничку, то на следующей страничке идет набор, который состоит из вот такой помады для губ. Какой классный оттенок, я прям хотела увидеть такой вот нюдовый, нежный нюдовый, персиковый цвет, ну, с нежным ароматом, как пахнут помады Он Color. Крем для рук и аромат всего за 499 рублей, то есть получается, что крем и помада за 49 рублей, поэтому всегда внимательно изучайте каталог, буквально вот одна страничка, здесь 449, здесь 499, разница, конечно же, очевидная. Далее у меня в заказе набор, я уже всем рекламирую, и все у меня говорят, да, да, давай. Я так понимаю, что проблема с тем, чтобы волосы не убегали с головы, она актуальная для многих людей, и поэтому я уже попробовала шампунь для волос против выпадений, им можно пользоваться регулярно, не то что это курс какой-то вы сделали и все, но эффект по клиническим исследованиям доказан, что через 8 недель, то есть 2 месяца нужно пользоваться, чтобы вы прям вот увидели, что волосы перестали выпадать, потому что естественно, что это не мгновенно, а это же не клей для волос, да, это шампунь. Далее кондиционер для волос этой же серии, и самая фишка — это тоник для волос, тоник, который наносится на волосы, на кожу вернее головы, массажик делаем легкий и не смываем. А еще есть классный такой продукт, который идет по акции, если заказать два продукта, то массажер для волос, для кожи головы вернее, идет за 149 рублей. Я вот так открою, покажу вам, видите, классно, я стала каждый день делать массаж, мне так нравится, во-первых,
Как-то, особенно на ночь, классно. Если усталость какая-то, она снимается моментально. Особенно круто это попросить кого-то сделать массаж. За счет того, что щупальца очень длинные, даже у кого волос много, густые, хорошо будет доставать до кожи головы. Усиливается кровообращение, вообще успокаиваемся, расслабляемся, какая классная штука. Я говорю, это нужно каждому человеку, потому что это все-таки вещь индивидуальная. И мыть почаще и так далее. Вот будем ждать эффекта. У меня уже на расческе волос меньше, а еще мне нравится, какие у меня волосы после мытья этим шампунем. Они вот какие-то объемные, такие пышные, такие вот, я прям запускаю пятерню и до конца прохожу, то есть они у меня не спутываются. Обратите внимание, когда делаете заказ, на второй шаг переходите в раздел предложения, там есть некоторые продукты по акции, и я увидела Eclat Femme Weekend, у меня клиентка брала этот аромат, и я ей звоню, говорю, помнишь, ты мне аромат заказала, тебе понравилось? Она говорит, да, я говорю, крем для тела с этим же ароматом и с огромной скидкой, поэтому будьте внимательны, запоминайте, что берут клиенты, чтобы им подсказывать, давать какие-то подсказки, потому что они могут же не знать, что у нас есть и на что какие скидки. Кстати, в разделе для ног средства для распаривания ног с имбирем еще было на складе, а вот крема такого не было, и мне пришлось звонить клиентке, объясняться. И я ей предложила взять другой крем, потому что по акции два продукта с этой странички идут с большой скидкой. Вот, поэтому у нас будет крем, он, кстати, тоже очень классный, с авокадо, и я его очень люблю, он ночной. А действительно, крем-то удобнее на ночь наносить, чтобы ночью, когда вот мы искупались, ножки чистые, мы наносим крем, они спокойненько у нас спят, отдыхают, напитываются кремом. Поэтому, мне кажется, на ночь даже и лучше иметь крем. Так, здесь у нас должна быть тональная основа, да, с SPF 20, Aqua Boost, оттенок Ivory, Light Ivory, тоже под заказ, не буду открывать, я думаю, что вы все знаете про этот тон, он классно лежит на коже, не подчеркивает поры, то есть он просто как невидимка, и у него очень приятные оттенки. И самое главное, что он увлажняет. Если у вас кожа нормальная, склонная к сухости, это идеальный вариант. Кстати, я одно время так часто заказывала эти тональные основы, мне очень они нравятся, и даже сейчас у меня есть один оттенок, но он темноватый, поэтому я жду, когда все-таки немножечко подзагорю и буду им пользоваться. Зубная паста, травяной комплекс под заказ, тоже интересная история. Мне клиентка говорит, нет, нам что-то она не очень понравилась, а ребенок говорит, мам, ну закажи, я хочу травяной комплекс, как тетя Лиля любит, а я-то эту пасту обожаю. Заказали, распробовали, звонит, говорит, заказывай, еще очень понравилась паста, что-то, говорит, мы ее недооценили. Я говорю, вот надо ребенка слушать, потому что дети глаголят истину. И еще одна паста защитная, то есть они сейчас тоже в каталоге со скидкой, скидка не очень большая, но все равно скидка есть. Далее тоже под заказ тканевые маски, я их очень люблю, тканевые маски, всем рекламирую, потому что от них я вижу очень классный эффект, быстрый, классный, мне нравится вот эта форма, то что маску достаешь, в ней столько вот этого сыворотки питается, наносишь на кожу, это вот прямо реально лицо разглаживается, оно вот как будто напитывается, вся сухость уходит, мелкие морщинки уходят, у нее приятные ароматы. И здесь у нас две маски, два варианта, апельсин и органический овес, а здесь гранат и виноград, антиоксидантное питание, антиоксиданты, и та и другая полезна. Я говорю, заказывай и ту и другую, они полезны, будешь просто чередовать, делаешь одну, на следующей неделе другую, чтобы было коже вообще полное удовольствие, стопроцентное. Естественно, у меня в заказе огромное количество туши 5 в одном, и сейчас еще идет акция, когда при заказе 4 тушей, 4, 5 идет за 1 рубль, поэтому если вам заказали 3, да закажите еще одну и возьмите 5 в подарок за рубль всего-навсего. Тушь великолепная, если ее сравнивать с предыдущей тушью 5 в одном, то осталась только кисточка такая же, а кисточка у нее нереально классная, я ее очень люблю. Если вы видите, вот у меня сейчас ресницы такие огромные, пышные, изогнутые, и эта тушь лучше всех, вот я ее не могу сравнить с тушью Giordani, хотя эта тушь, ну, Giordani, она такая классная, у нее столько питательных компонентов, разнообразие кисточек,
любую тушь, какую возьмете, мне многие нравятся в Oriflame, но только это делает мои ресницы идеальными, потому что они у меня капризные, они разной длины, и их не каждая тушь может подхватить и уложить вот таким вот веером. Есть туши, которые подкрасят, у меня где-то торчат короткие ресницы, толстенькие, эти изогнутые, эти сюда, а с этой такое великолепие, могу про нее говорить вот все время. Поэтому я эти туши всем рекомендую, у меня они в заказе часто и много. Так, здесь у меня помада, 377719, даже не помню, кто заказал, очень много в этот раз заказов, нет, не открывается, смотрите в каталоге, это ультракремовая помада, да, с эффектом металлик. А, это колор металлик, металлик, все, вспомнила, кто заказал. Кстати, какие они классные. У меня почему-то всегда было такое впечатление, что если металлик, то она будет подсушивать губы. Кстати, еще, наверное, года два назад, когда впервые вышла в серии Giordani вот это с эффектом металлик помада, я их купила три помады я взяла, разные цвета, они мне очень нравятся по цвету, вот этот необыкновенный металлический цвет классный, но она мне губы сушит, а эти помады не сушат. Мне присылали один оттенок как официальному обозревателю, я ее пробовала и так, и я поняла, что она великолепная, но цвет мне не очень подошел, и я подарила Мишиной маме, она такая довольная, я еще переживаю, думаю, подойдет, не подойдет, она красит губы, говорит, какая она приятненькая, и цвет классный, там, какой-то сиреневый, все-таки не мои оттенки сиреневые. Вы будете удивлены, но у меня в заказе так много продукции серии On Color. Видите, да, еще одна помада какая-то. Вот, кстати, это вот эта помада идет вот здесь в наборе. Я перепутала. Вот так мы сделаем. Этот персик сюда, а это значит заказали вот так отдельно. Перепутала. Два тональных средства. Это тональная основа Ivory, а это тоже Light светлый биби крем. Стали они такие популярные, то есть идет информация от человека к человеку, люди хвалят, люди мне звонят и говорят, мне рассказывали, что у вас есть какие-то дешевые биби кремики и они очень классные. Я говорю, да, есть он колор, да, и вот стали заказывать. У меня в прошлом заказе было два, в этом два, когда вот в предыдущих каталогах они были тоже по акции, очень много заказывали. Поэтому пробуйте, вам тоже может это понравиться. Так, а что здесь? Консилер должен быть. Да, это консилер в тюбике, тоже очень хвалят, но я сейчас пользуюсь консилером, который с такой губочкой, он будет в следующем каталоге по акции тоже, но и этот, говорят, великолепный, я еще пока не пробовала, у меня все впереди. Если вы пробовали, расскажите, как он вам. И еще два мыла. Кстати, эти мыла были, мыла были у нас по акции с кремами для рук, с кремами для рук. Все, я все перепутала, не ругайте, пожалуйста, все, я просто, а то я расстраиваюсь, когда вы ругаетесь, как я говорю. Так вот, тоже клиентка заказала два, и мы ей скоро их отнесем. И что-то здесь у меня лежит в подарок. Новейдж, пробник, тайм-рестере. А что это? Дневной крем. Дневной крем с SPF 15. Прикольно. Я складываю такие пробники всем клиентам в подарок, объясняю, как пользоваться, рассказываю, что это стволовые клетки растений. Это просто мега-супер омолаживающие комплексы. Вот, и всем рекомендую. Ура! Я получила брошюру с акцией. Наконец-то могу вам отснять еще полный разбор, как участвовать в акции здесь и сейчас. Надеюсь, что вы уже разобрались в условиях и уже набираете спонсорские баллы, чтобы получить максимальное количество подарков. У меня аж слезы из глаз от счастья. Все, здесь у меня еще каталог, и на этом, в общем-то, весь мой заказ и закончился. Вот так вот выглядит заказ на 100 баллов. Имейте в виду, что это абсолютно легко, абсолютно немного. Здесь у меня 4 клиентки сделали заказ, и вот для себя только крем. Все, больше, а и туши немножечко для себя. Задавайте вопросы, если вам что-то интересно, может быть, по продукции или как я работаю с клиентами, я с удовольствием отвечу. Прям пишите в комментариях под этим видео.
И желаю всем вам успехов, здоровья, счастья и красоты. С Oriflame это легко и просто. До новых встреч!